Полтора года назад, после дачного сезона, в соседнем дворе я обнаружила щенка-подростка, похожего на пчеренка. Назвала Ладой, стала опекать, но однажды, придя к ее будочке, обнаружила там еще одного жильца. Благородная, необыкновенно умная красотка Лада приютила в ней своего друга Рексика. Стали они жить в своем теремке вдвоем, но вскоре Лада тяжело заболела, пероплазмоз. Мне пришлось забрать ее домой, Рекс категорически отказывался пройти в квартиру, но все время был рядом. Когда Ладу вылечили, я стала экстренно искать дом обоим. Хозяин нашелся только для Лады. Когда она уезжала, Рекс бежал за машиной, и будущий хозяин сдался. Везите обоих. При этом был договор о том, что мужчина Ладу простерилизует. Казалось, все, хэппи-энд, но нет. Спустя какое-то время мне рассказали, что Рекс одет отдал своему племяннику. Это было очень неприятной новостью, но пришлось смириться. А еще через год общая знакомая рассказала, что дед тяжело болен, и он собирается выпустить Ладу на мясокомбинате, а щенков отдать перекупщикам. Этого допустить я никак не могла. В тот же день я нашла машину и отправила в эту деревню за пушистым семейством. Все хвостики были безумно голодные, но счастливые. Лада сразу узнала нас и буквально заобнимала. Я не сомневалась, она уникальная собака с суперинтеллектом. Детки явно пошли в маму. Для своего возраста они просто гении. Овчарочьи гены дают о себе знать. Большинство сразу сообразили, что в туалет надо ходить на пеленочку. Сейчас два малыша находятся на передержке. Еще двоих удалось пристроить, а Лада с дочкой пока у меня. Эта девочка вообще особенная. Эдакий собачий ангелочек. Очень ласковая, тихая, как мышка, и умная до безобразия. Ни разу не сходила мимо пеленки, хотя ее никто к этому не приучал. А еще у нее такая особенность – ушки, как у зайца, где-то сзади. Если не присматриваться, их вообще не видно. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый из этих детишек и их мама обрели настоящего любящего хозяина, который не поступит подобным образом. Завтра едем в Москву. Кому привезти крошечку? Кстати, вырастут небольшие. Лада низкорослая, папа, говорят, тоже маленький.